Здравствуйте, дорогие друзья! Пришло время нам сливать наш коньяк, который мы недавно делали 16 числа. Вот. Сейчас мы будем его фильтровать. И пока он будет фильтроваться, я покажу еще новый рецепт. Один рецептик. Ароматный, душистый перцовочки. Поехали. Фильтровать мы, значит, будем опять по тому же самому старому рецепту. Скатываем из ваты такой вот валик. Так вот, а? Вот. Запихиваем его вот сюда. Не сильно так вот рамбовно. Фильтровал, нормально пропускал. Вот, значит. Так. Ну и заливаем сюда все это безобразие наше. Аромат прям. Ай-яй-яй. Так, ладно, заливаем. Так, где убираем, пусть фильтруется. Дальше, значит, что нам для перцовочки понадобится? Это 2 литра дистиллята двойной перегонки. Ставим сюда. Далее, ингредиенты. Чик. В общем, сначала нам нужен 2 острых перчика на 2 литра, чтобы он знатно нам отдал свой вкус и остроту. Прорезаем вот так вот не сильно прорези вдоль перчика всего. Сейчас прорежем. Ну, их там много не надо. Сок тут пошел. Запулим это засранца туда. Вот. Второй. Тоже запрокинули. Так, надо руки помыть, то сейчас будет капец. Так, дальше следующий ингредиент у нас молотая паприка. Ну вот столько вот я немного, не полно, вот пол ложечки выбираю. Закрываю на ее. Так, дальше 5 черных горошков достаточно будет для аромата. Бам-бам. И 3 гвоздички. Они такие небольшие, но 3 штучки хватит для вкуса, аромата. Бам-бам. Бам. Так, дальше. И молотая корица нужна. Ну, здесь нам поможет все та же маленькая ложечка. Тут будет достаточно. Так. Дальше.
Ну и естественно, так, не то принес. Куда же мы можем без меда? Мед всему глава. Он дает свой вкус и аромат. Так, ну меда много не надо. Возьмем, ну, полочку, не полную ложку, между половинкой и целой. Так, уберем все дело сюда. Все это дело хорошенько смешиваем. Мед должен весь у нас с ложечкой опалиться. Пока мы все это перемешиваем, сейчас все мед у нас все отварится. Достаточно. Вот, теперь мы это все дело плотненько закрываем крышечками. Вот. Вот, ну собственно вот у нас получилось. Молотый перцовочек там, молотый перец плавает. Такой пока что еще вообще плавает. Вот, значит, все это дело мы убираем в темное место. Настаиваем порядка где-то около недели, может чуть больше. Периодически взбалтываем и помешиваем. Возможности. Вот. Ну, как будет готово эти 25%. Так, пока не переключайтесь, сейчас я уберу. Понюхаем. Там чувствуется мин. Вот. То, что немного было лимонной кислоты. Лимонная кислота чувствуется, прям запах. Ванильный сахар. Ну, есть немного, чуть-чуть так чувствуется. Но не сильно. В основном это все такие вот приправы. В принципе, пить его, конечно, сейчас пока не буду. Мне еще ехать предстоит сегодня. Ну, по аромату очень даже неплохо. Такой вот замечательный получился. Вот, как вы видите, все прозрачное. Никакой мути. Все очень прозрачное. Сейчас посмотрим, сколько получилось процентов. Реометр. Так, отсюда не видно. Где-то посередине четверки у нас получается.
Ну, где-то 42 градуса. Ну, 42-43. Ну, я думаю, это нормально. Вот. Как-то так получился такой вот у нас коньячок. Ну, всем спасибо за внимание. Понравилось видео, ставьте палец вверх. Не понравилось, ставьте вниз. Ну, в общем, что, подписывайтесь на канал, будет много интересных видео. Ну, всем удачи, всем пока.